Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусную праздничную закуску из колбаски и сыра. На колбаску намазываем сливочный или творожный сыр. Выкладываем квадратик сыра. Смазываем и посыпаем укропом. По желанию выкладываем колечки маслин. Снова сыр. Опять намазка. И колбаска. Сливочный сыр. Укропчик, маринованный или свежий перчик, квадратик сыра, намазка и маслины. Закрываем колбаской. Хлебушек разрезаем на 4 части и выкладываем наши вкусняшки. Берем шпажку, нанизываем петрушку и половинку помидора черри. Втыкаем по центру. Наши канапешки готовы, можно подавать к столу. Получается очень вкусная, красочная закуска, которая готовится совсем быстро и легко. С начинками можно экспериментировать. Всем удачи, пока-пока!